Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня мы будем слушать сказку «Мужик и царь». Итак, жил-был царь. Пуще всего любил царь слушать сказки. И все новых да новых сказок хотелось ему. Придворные сказочники все сказки, какие знали, пересказали. И никто больше царю угодить не может. Велел царь крикнуть клич. «Женю на своей дочери и пол царства отпишу тому, кто расскажет сказку, какой я еще не слыхал». Охотников сыскалось много, да все без толку. Только кто заведет сказывать какую сказку, а царь уж кричит: «Знаю, знаю, слыхал эту сказку». На том дело и кончится. Того жениха и прогонят прочь. А в том царстве жил, горе мыкал бедный мужик. Ни дома, ни хозяйства у него не было. Жил, где придется, пил, ел, что приведется. Иной день впроголодь, а иной день и вовсе не евши сидел. Как-то раз зашел тот молодец в кабак погреться. Хозяин над ним смеется. «Чего не идешь царю сказки сказывать? Небось, царевна все глаза проглядела, ждет тебя, жениха не дождется». Слушает бедняк насмешливую речь, и пало ему на ум: «Дай пойду попытаю счастья, царским зятем мне не быть, а хоть день-другой готовыми харчами попользуюсь». Пришел во дворец, царь спрашивает: «Зачем, мужик, пришел? Хочу тебе, царское величество, сказку рассказать. Только вели сперва накормить, напоить меня». Царь оглядел его и усмехнулся. Ну и жених. Рубаха латана-перелатана, лапти веревкой подвязаны. Но ничего не сказал, не отказал ему. Мужика накормили, напоили. Царь собрал ближних бояр да советников и приказал молодцу: «Сказывай твою сказку». «Мой покойный родитель, — начал мужик, — был самый богатый человек в нашем царстве. Выстроил он высокие хоромы. По крыше тех хором голуби ходили, да с неба звезды поклевывали. Вот сколь высоки были наши хоромы. А двор у нас был такой, что за весь летний день голубь не мог перелететь из конца в конец». Царь молчит, и бояре молчат, не перебивают, а мужик говорит: «Дальше сказывать стану завтра, после обеда, поевши пирогов да мягкого хлеба», и пошел на поварню ужинать. На другой день, после обеда, стал он сказку продолжать. И стоял у нас на дворе бык семилеток. На одном рогу сидел у быка пастух, а на другом – другой. Пастухи в трубы трубили, на рожках играли, песни пели, а друг друга в лицо не видали и голоса не слыхали. Вот какой у нас был бык матерый. Молчит царь, не перебивает, и бояре молчат. Сказочник поднялся и говорит: «Завтра сказку доскажу, а сегодня на покой пора». И ушел на поварню ужинать. Тут царь заговорил: «Что станем делать, бояре? Эдакой сказки я не слыхал. Не выдавать же стать дочь за мужика лапотника. Придумайте, как сказочника обмануть». Князья да бояре стали думу думать. Думали, думали и придумали. «Скажи, царь-государь, что ты эту сказку слыхал, а мы все подтвердим. Знаем, мол, слыхали про это. А чтобы крепче было, прикажи в том грамоту написать. И под этой грамотой мы свои подписи все поставим». На то мы согласились. Мужик про этот сговор прознал. На другой день, как ни в чем не бывало, пришел после обеда и стал сказку досказывать. «Была у моего покойного родителя кобылица, златогривица. В 3 дня вокруг земли обегала. К
Князья да бояре с царем переглядываются, себе в бороды усмехаются. А сказочник сказывает: золото да серебра у нас амбары были доверху насыпаны. Ты, царь-государь, занял тогда у нас сундук золота и по сей день не отдал. Тут царь закричал: знаю, знаю, и князья да бояре подакивают. И мы знаем, и грамоту в том все подпишем. С мест повскакали, подписи под грамотой поставили. Взял мужик грамоту и говорит: а коли слыхали, да грамоту в том подписали, так плати долг, царское величество. В ту пору царь и понял: обманул меня мужик-лапотник, да делать было нечего. Что подписано пером, того не вырубишь топором. Пришлось насыпать сундук золота. Мужик денежки взял и стал жить-поживать. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий и жми на колокольчик. До встречи в новых видео!